Мы, если что, в Брукхейвен, ребята, да? Вы все знаете эту песню. И сегодня вторая часть. Как я обещал, ребята, вы собрали 1000 лайков под предыдущим видео. Я знал, что вы сможете. Я знал, что вы у меня самые лучшие подписчики просто в мире. Никто так сильно не любит подписчиков, как я люблю вас, я. Да. Ну, давайте, короче, ребята, смотреть очередную пачечку интересных секретов. Но перед тем, как мы начнем, ребята, не забывайте, что у меня есть второй канал Roblox King. Там практически 10 тысяч подписчиков. Я хочу, чтобы мы добили эту цифру. Спасибо огромное всем, кто поддержал этот канал. Там выходят сериалы, фильмы по Брукхейвен, которые мы снимаем по 2-3 дня и делаем вообще прям супер очень долго. Все, к сожалению, пока что не особо у меня есть время, но я обещаю. Видосы будет по минимуму 2-3 в неделю. Будет очень круто, ребята, поэтому подписывайтесь. Я думаю, вам понравится. И не забывайте, что вы туда можете писать в комментариях свои пожелания для видосов. Какую историю вы хотели, чтобы мы сняли. Если что, в описании, либо в закрепленном комментарии будет ссылочка на мой канал. Залетайте, подписывайтесь, если вам понравится контент. Глебов Александр пишет вот такой интересный секрет. Брайс, есть две секретки в самолете. Первое, заходишь в туалет, и там, где унитаз, в стене есть секретное место для пряток. Второе, проходишь в кухню, и там, где стена без окон, багаешься через стенки, и там секретная комната. Залакать же, ну, конечно, Брайс увидит. Давайте сразу заранее ему лайкосик и побежали смотреть, что же у нас тут в Брукхейвен. Я уже нахожусь, ребята, на паблике вместе со своими подписчиками. Обычно, когда я играю с подписчиками, они мне дико мешают просто, поэтому, я не знаю, скорее всего, эта рубрика будет называться «Секреты с подписчиками», то есть «Секреты по комментариям подписчиков», потому что они очень сильно мешают мне снимать, особенно вот с всякими тележками и прочим. Бабам. Ой, ребята, тут же какое-то происшествие непонятное произошло. Ну ладно. Итак, мы двигаемся с вами в аэропорт. Давайте мы возьмем с вами багаж, потому что как это мы с вами в аэропорт? Мы же куда-то с вами летим. Куда мы летим? Мы летим в Донбасс, ребята. Так, где мой чемодан? Где мой чемодан? Чемодан. Тут есть чемодан же? Тут же есть чемодан. Где чемодан? Вот чемодан, ребята. Все, берем чемодан, ребята, и летим на Донбасс. То есть у нас сейчас в аэропорту досмотр, тыры-пыры. Самое главное, оружие с собой не провозите, потому что вас тут могут наругать. Но у нас в самолете есть два бага, которые я хочу проверить вместе с вами. Кстати, если вам нравится эта рубрика, можете прямо сейчас лайк поставить. Так, ну что? Вот моя вализа, так скажем. И давайте смотреть, что у нас здесь такое. Итак, мне нужно вернуться к комментарию подписчика, потому что я не особо помню, что он там говорил. Заходишь в туалет, и там, где унитаз, в стене есть секретное место для пряток. Ага. Значит, у нас здесь есть унитаз. Давайте свет врубим. Как тут свет включить? Стоп, это не туалет. Это не туалет. Вот тут туалет. Есть секретное место. Так, туалет. Опа! А мы нашли. Ты меня не видишь. Ты меня не видишь. Ты меня... Нет, он меня видит. Черт, ко мне прицепился подписчик. Ладно, он меня видит. Но смотрите, действительно, здесь есть секретное место. Если мы сюда с вами залезем, да, и развернемся, к примеру, вот таким вот образом, то нас абсолютно не видно. Посмотрите. Кстати, кто не знал, вместо шифтлока мы можем использовать вот этот вот вид, ребят. Если вы от первого лица включаете, да, вот смотрите, к примеру. Я стою, вот у меня плащ здесь, да? Я включаю просто от первого лица, поворачиваюсь, отдаляю, и вы видите, что плащ уже с другой стороны находится. Короче, тема рабочая. Если шифтлок не работает, вот эта тема реально очень сильно спасет. Так, ладно, давайте будем смотреть, что у нас дальше. Следующий секрет, он говорит, проходишь в кухню, и там, где стена без окон, багаешься через стенки, и там секретная комната. Глебов Александр, что ты делаешь? Это просто такие секреты, просто невероятные. Так, что он имел в виду? Там, где стена без окон, багаешься через стенки. А, получается, нам сюда надо, да? Так, ладно, берем наш спальный мешок, ставим его вот сюда, и давайте попробуем пробагаться каким-то... Что это произошло? Это я, что ли, сделал? Я накосячил или что-то в этом роде? Так, братан, уйди, пожалуйста, отсюда. Так, давайте сейчас попробуем вот сюда пробагаться и понять... Что? Охренеть! Ребята, реально секретная комната, посмотрите. Так, ну вы... Вы, наверное, не увидите. Вы видели? Это что за шок? Так, давайте как-то... Блин, ну мы стоим. Очень странно. О!
Блин, туда невозможно, ребята, там не секретная комната. Туда мы попасть с вами не можем. Почему? Потому что там не полая стена. То есть это... У нас может, да, показаться, что это полая стена, на самом деле нет. Это, так скажем, заполненный объект, в который мы не можем с вами зайти абсолютно. И когда мы прыгаем, нас просто выкидывает. То есть, по факту, к сожалению, это не комната, но вот так мы можем посмотреть и реально увидеть, что мы находимся вовсе не в самолете, а мы находимся с вами в таком месте, в котором, ну, якобы локация, да, для самолета. Хорошо, побежали смотреть следующий секрет, ребята. Ну что, ребята, настало время конспирологии и мистических вещей. У нас, значит, Михаил Пархомец. Да, я, кстати, забыл предыдущий лайк поставить. Где-то. А, не, поставил, я молодец. Михаил Пархомец, ребята, собрал аж 64 лайка под комментарием. Это очень много. Он пишет: помнишь непонятное сооружение рядом со школой? А мы все его помним, потому что мы не понимаем, зачем оно надо. И он говорит: так вот, со стороны она похожа на какую-то недостроенную базу. Заметь, пожалуйста. Ну... Звучит интересно, но на самом деле, ребята, вас, кстати, так шумит, потому что мы находимся в самолете. На самом деле, теория интересная, да? Но прикол в чем? Зачем строить какую-то базу возле школы? Это же, ну, как минимум странно, нет? Ребят, я не знаю. Напишите в комментариях, как вы думаете. Но давайте мы сейчас с вами полетим в эту, ну... А где, кстати, эта школа? А, вон там она. Давайте мы сейчас пойдем туда и попробуем посмотреть. Может быть, мы действительно увидим какие-то очертания базы, либо, может быть, что-то в этом роде. Так, ну, я нахожусь уже вот здесь, возле школы. И на самом деле это похоже просто на какой-то арт-объект. То есть я не скажу, что это какая-то база, либо скейт-парк, либо еще что-то. Но явно это не просто так. Посмотрите, если вот издалека так посмотреть, вообще непонятно, на что это похоже. Стоп. А вообще-то, возможно, понятно, на что это похоже. Давайте мы сейчас немножко исследуем вот это место. Обратите внимание. Вы мышку мою не увидите, но ничего страшного. Обратите внимание, что вот сейчас место, по которому я бегаю, смотрите, оно неровное. То есть, по факту, вот эта вот часть, которая должна быть слева, она тоже должна быть вот здесь, да, где я стою. Но она у нас спускается на ту сторону. То есть, получается, мы отсюда пешочком можем попасть вот сюда, вот в этот парк. Мне кажется, что именно вот это место, да, вот и именно вот это вот, которое у нас здесь находится, это не военная база абсолютно. Это, скорее всего, какой-то действительно арт-объект, возможно. Он арт-хаусный, я не знаю, потому что, ну, это вообще, ну, непонятно, что это такое. Но вот этот переход, который у нас здесь находится, да, он, ну, не просто же так. Правильно? Вот у нас даже в городе тоже что-то подобное есть. Конечно, не такое прям грандиозное, огромное, непонятное. Но тоже есть какие-то вот такие вот линии, знаете. И, возможно, действительно это что-то связано с искусством. Ну, давайте посмотрим вообще, ну, какая цель вот этого объекта. К примеру, мы находимся здесь с вами, пьем, едим шашлычки и прочее. Потом мы с вами идем сюда. Двигаем, то есть, вы видите, ну, это явно проход. Это явно проход. Спуститься тут мы не можем, да? Давайте представим, что мы в реальной жизни. То есть, отсюда спрыгнуть, ну, как бы, не вариант. Какая-то беременная мамка, если бы спрыгнула, то, мне кажется, ее ребенок, ну, выплюнулся бы уже давно куда-то. Но это точно не для людей. Во-первых, тут даже не огорожено. То есть, это уже небезопасно. Ну, то есть нет каких-то заборчиков, знаете. И мне кажется, что, скорее всего, здесь что-то как-то странно. Либо какая-то халтура опять от Вульфпака. Ну, ладно. Мы можем отсюда попасть на крышу. Но вопрос. Зачем людям, которые отдыхают в парке, подниматься по вот такой вот крутой поверхности на самый верх, на крышу школы? Для чего? Это, ну, вопрос на миллион, мне кажется, да, потому что, ну, это как бы глупо. Если бы считать это как за прогулочную зону, то зачем людям забираться наверх вот этой школы? Это же бред, правда?
Ладно, допустим, мы пойдем не в эту сторону. Что же будет здесь? Абсолютно узкий проход. Очень высоко. То есть отсюда вот в реальной жизни можно упасть и сломать себе шею. Если вообще не умереть, потому что это, ну, реально очень высоко. Я вообще высоты боюсь, и если бы я в реальной жизни был бы вот здесь, мне как бы уже колени тряслись на самом деле. Ну ладно, мы спускаемся вот здесь, сюда. И мы можем спуститься только отсюда вниз сюда. Окей, давайте еще раз. Мы отдыхаем в парке с друзьями. Идем сюда. Идем сюда, заворачиваем сюда, поднимаемся на супер крутой склон, потом поворачиваемся, мы уже находимся как бы на опасной высоте, окей? Далее идем сюда, здесь у нас супер узкая, да, какая-то дорожка, если у кого-то боясь высоты, у него нога дернется как-то, он упадет вниз. И только таким образом мы можем спуститься вниз, и вопрос, зачем нам вообще подниматься, если мы можем просто вот тут обойти. Это очень странная вещь, я не понимаю, зачем она нужна, но мне кажется, что это все-таки что-то связанное с искусством. Но это абсолютно небезопасная фигня, потому что, ну, знаете, любой желающий может сюда залезть. Зачем тогда вот сюда вот делать проход? Я не знаю, ребята. Короче, мозги - взрывательная штука. Напишите в комментариях, как вы думаете, ну, реально, зачем вот эта штука? Ну, она не похожа ни на какую базу, поэтому... ладно, считаем, что... Окей, пусть так и будет. Роман Максим Микин, скорее всего, написал, что, ну, 16 комментариев, ой, 16 лайков, кстати, коммент собрал. Пишет: я нашел секрет, в общем, поставь отель с велосипедным магазином, и там, где телек, ты входишь прямо в телек, и там будет тайная комната. Ну, давайте будем проверять. Мы, кстати, мало с вами проверяем какие-то, ну, секреты в квартирах, хотя, мне кажется, там они тоже есть. Да, ну, давайте вызовем мой мопед, потому что, как бы, ехать далеко. А зачем нам вообще ехать, если мы можем просто телепортироваться, правильно? Так, так, это не квартира, не квартира. Опа. Итак, у нас здесь есть премиум хата. И нам нужно поставить, где велики. По-моему, это вот эта штука, да? Вот здесь же велики, да, вот здесь велики. Отлично. Так, что он говорит? Он говорит, что поставь отель, ну, не отель, а квартиру с велосипедным магазином. И там, где телек, ты входишь прямо в телек. И там будет тайная комната. Ну, давайте проверим. Так, а где у нас телеки, кстати? Это у нас просто магазин. Это даже не магазин, а мастерская магазин. Вот что-то в этом роде. Кто, кстати, умеет на скейте кататься, ребят, напишите в комментариях. Интересно почитать. Так, у нас здесь есть телек. Я не знаю, это один телек. Есть у нас еще какие-то телеки? Так, тут нет. Здесь тоже нет. И тут тоже нет. Значит, это единственный у нас телевизор. И здесь у нас есть какая-то секретка. И действительно, ребята, есть секретка. Офигеть. Слушай, я не знал. Не, серьезно. Серьезно, то есть можно купить, это, поставить телек? И никто не узнает, что ты здесь сидишь. Офигеть. Слушайте, ну неплохо, неплохо. Я не знал этот секрет, пишите в комментариях, кто знал, но это прям реально круто. Короче, ребята, 2000 лайков под этим видосом мы собираем, и выходит новый выпуск.